Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то на русском сервере начался коллекционер. Неожиданно, нежданно. В принципе, такой неплохой коллекционер. За космо можно получить чарку неплохую. Говорю чарку, талантик. Плюс один камешек, ребятушки. Один камешек. Ну, хотя бы это хорошо. Ну и, как обычно, 20 сколков лазури. Есть возможность собрать остальное. Просто... фигня. Все как всегда. Поехали. Плюс сегодня есть также трата. Набор сокровищ. Ну, относительно неплохо. Тут тоже ничего не поменяли. В общем, вот так вот. Let's go. С паролем. Посмотрим, за сколько мы слизни. Если у вас есть заявочки там на роллинг от 40к, пишите ВК в телегу, ссылочка в описании. Конкурс тоже ссылочка в описании. Остальные конкурсы тоже добавлю ссылочки. В общем, все, что надо, у вас есть. ВК вечером буду ролить, поэтому можете писать. Ну, я ролю обычно после где-то 6-7 МСК, начинаю ролить. Кто не может дождаться, рольте. Кто хочет топ-ро, пишите. Так, окей. Поехали. Сейчас вытащим по-любому имбу какую-то. Ну, я же говорил, ребят, у меня не без этого. Я же говорю, вот кто батька ролла. Со второй тычки сразу же фрая падает. Нам нужен еще космо. Хотя зачем он мне второй? Ниндзя паладин, одержимый. Седна, ну что вы на это скажете? Призрачный всадник. Как обычно, все подкручено. Ворожей. Капитан Дрейк, хранитель. О май гад, что тут творится? А слизни я что-то так и не вижу. Имка. Ну, падают через раз, в принципе, но... Такое себе. Дракос. Дрейк. Трифит Фрея. Ну... Тесса. И, типа, под хороший музончик, хороший дроп. Интересно. Интересно. Я уже, конечно, выбывал там пару космо, но... В последнее время не ролил сильно много. Бульдозер. Ронин. Че, мы пиликать не будем сегодня? Такс, что мы имеем? 7 с 15, ребят. 7 с 15, нифига себе. Ну, все как обычно. А сколько мы уже потратили? 33к, и даже половины не собрали. Но зато героя вы видели, каких мы поубивали. То есть, шанс есть. Рину. Неплохо. Ну, ориентировка, конечно, космо у всех. Пофиг на те слизни, 20 осколков космо, намного круче. Такс. Ой, пошли, красавчики. Штук 10 у нас уже есть. Блин, а самый, конечно, уходит Валька, череп. Тесса, что-то сегодня одна Тесса падает. 15-15 есть. 15-15, палача и ведьму морозницу мы собрали. Космо мы так и не получили. Совпадение, не думаю. Ну, порочный пакт, в принципе, как вариант. Что, неплохая награда, Витал Бун. Дар жизни, это лучше, чем стойкость. Тоже, в принципе, неплохо. Ну и 20 осколков в лазуре, я считаю. Ну, конечно, без донат все равно таким темпом не будет копить самики. Чтобы каждый коллекционер забирать плюшки с ледяным, но все равно. Итого, как-то так вот, 47 тысяч, до 50к вложились, ничего себе. Странно. Ну, поехали еще паролем. Я вам, как обычно, показываю, что я собираю слизни, сколько плюс-минус будет это стоить. Рину.
Профессор Риббит. Вот смотрите, студеные как. Заклинательница, малышни, рыцарь тьмы. Ну, ниндзя, ну падает. Смерть! Дед Мороз! Вот так вот, ребятушки, вот так вот падают. Асурик. Падают, падают герои. Ледяной Феникс. Просто изи, ребят. Пишите комменты, кому надо заролить по красоте. Так, так, ну давай, 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 рандомчик. Где там мой космище? Ну, у меня он, конечно, уже есть. Но интересно было бы еще одного словить, посмотреть. Но не падает. Куча героев, куча легенд. Но... Сердцеедка. Ара. Душегуб ведьма. Но не падает. Нифига не падает. Нифига. Зачем дальше ролить? Я не знаю. Давайте уже до 100к, чтобы плюшки забрать. Трифит еще один. Сколько там у нас уже? 79. Ну, поехали дальше. До 10к. Фрэнки. Ничего себе. Так, вот такой вот рандомчик, ребятушки. С вас, конечно же. Лукасики. Стрелок. Ничего себе. Паладин. Ну, давайте в райд сбегаем. Что-то пошло не так. Тык-тык-тык-тык. Сегодня у вас будет куча опять топовых видосов. Будет обзор на очередную 30-ку. И еще, думаю, буду сегодня одну 30-ку качать. Там акции хорошо. Пошли. Можно будет еще одну 30-очку качнуть. Ну, в общем, вот как-то так. Трешуем как можем. Как-то непривычно смотреть, что твои герои сливают. Ну да, тут 20-е прокачки. Унизили, короче. Жесть. Так, ладно. Поехали дальше. Ледяной дьявол. Ну, смотрите, мы выбили всех имба героев, кроме Космо, по сути. Это уже отлично. Ну, я думаю, Космо тоже где-то не за горами. Еще один ледяной Феникс. Просто, просто налегке. Асурик. Тоже он у нас уже был. Ну, ледяхой уже никого не удивишь. Три раза я вытаскивал Гаргул. Это максимум, который был. Повелитель бури, ребят. Надо ролить. Однозначно надо ролить. Космо! Ну вот все, вот так вот батька ролит. Да, ребятушки, батька ролит по красоте. Че, можете меня поздравить, это просто, ну, пиликать мы не будем, нет времени запиликивать. Вот так вот, достали, в принципе, все, что надо, и за соточку, да, где-то так, где-то соточка, ну, плюс-минус, может, больше-меньше. Но мы это сделали и забрали фулл награды. Отличненько. Можете меня поздравить. Второй космище. В принципе, можно было его и так осколками собрать. И не париться. Ну, это ж русский сервер. Дно сервер. Для донатов. Вот так вот. Будем качать второго космо. Надо будет ему еще вытащить. Скин. И будем с вами трэшевать. Устроим трэшачок. Жесть. Просто жесть. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Куда писать, вы все знаете. Ссылочки в описании. Конкурсы действуют. Еженеделька, новый аккаунт. Все дела. Всем удачи, всем пока.